Доброе утро, ребята. Мое утро на фоне сушащихся носков и Артемия начинается. Я готовлю оладушки, потому что нас много, потому что гости, поэтому гору оладушек готовлю на завтрак. Вот, и совсем скоро мы сядем пить чай, кушать. Я очень этого жду, потому что я голодная, потому что я проснулась с Алишером в 6:30, а сейчас уже почти 9. Мой живот говорит: еды! Дети носятся и играют тут. Дождя у нас нету, слава богу, так что раздолье. Чё? Пацаны, что задумались? Пацаны. Смотрите, во что играют дети. У Миши настоящие мыльные пузыри в пистолете, а не мыло, как у моего. Поэтому получилась вот такая вот мыльная гора. Гора из пузырей. Пакет в сумку с пакетами, на которой написано «Эко-сумка». У нас даже... Где дядя Ваня? Вон дядя Ваня уже проснулся. Я нарезаю яблочки для засушки. Дружную толпой отправились на колодец. Все вместе идем за водой. Жалко не передать эту атмосферу общения, потому что разговоры ты не поснимаешь. Очень весело время проводим. Моя куртка, кстати, тут фиолетовая. Они такие же похожие. Кошки какают, кошки валают, кошки валяют. Вообще смешные такие. Второй день мой ребенок не мамкает. Релакс. Все. Вы мне нужны следующим летом. Кто у нас тут оклапан? Рексу даже иногда общается с дядей Ваней. Такие вот глаза делает, правда, испуганные, но видите? Да. Она мечтает смыться. Ой, даже лапу дает. Чтобы лишь бы отстали. Лишь бы отстали. Говорит, давайте я вам лапу дам, а потом уйду. Ну, я пошла. Нос уже ушел. Рекс. Я ее так выгуливаю, она говорит, мне все уже погадило, пускай домой. Так и я ее так выгуливаю. Она еще иногда делает вид такая, ой, я перехотела. Да, Рекса? Ой, ой, ой. Ты рада общению, да? Я сижу, печку растапливаю, слушаю, как там шипит сырое бревно. Яблоки сушатся. Яблоки шипят. У нас экскурсия на речку. Ходим по нашим кустам. Посмотрели одну речку, сейчас пойдем на вторую. Мокро и скользко тут сейчас. И красивую. И букет добавлять, да? Да. И на вторую реку мы пришли. Дети тут камни кидают. И какой-то мелкий дождик идет. При этом небо над нами вот такое вот. Пока мы тут тусуемся, прочитала комментарии и хочу ответить по поводу носков Артемия. Это чистые носки, которые раньше были белыми, а теперь они черные. Когда мы уедем с дачи, они отправятся в помойку, но они вручную не отстирываются. В общем, они чистые, но они черные, понимаете? У каждого же есть такая пара носков. Это дачные носки. Вот, так что не переживайте, когда Артёша ложится спать, он всегда в чистой паре носков. Поэтому я и стираю через день. Целый набор у нас. Так, развлекаемся, кидаем камушки. Меня так радует, что Артёша играет со своим дядей. По нему прям видно, что он готов. Стекло не надо выкидывать. Что он готов к общению с детьми. Я очень надеюсь, что в этом году ему в саду понравится. Вот он открылся за последний месяц, и это классно. Не зря детская психология говорит, ну реально все детские психологи в один голос говорят, раньше 4 ребенку в сад ходить не нужно, это нужно маме. И вот сейчас я это по своему ребенку вижу, что это действительно так. Я надеюсь, в этом году все будет ок. И тогда меня не будет мучить чувство вины, как в прошлом году, когда мне казалось, что я его туда выпихиваю, ему это не нужно. А сейчас уже нужно. Смотрите. Общается, что-то вместе делает, они с ними обнимаются, за руки держатся.
А раньше вот к Артёше кто-нибудь из детей подходил, говорил привет, и Артемий в другую сторону убегал, потому что ему нафиг не надо это было. А сейчас все уже интересно. Ну и вообще, где найдешь себе друга, который будет радостно говорить слово «вонючка» 25 раз, чтобы ты посмеялся? Я вот в такие игры не играю. А другие дети готовы в это играть. Бульк такой мощный. Мы отправились на площадку растрясти обед. Мальчишки играют тут. Приехали на велосипедах. Не люблю я ездить в выходные. Ну, в смысле, дети на велосипедах. Очень много машин. Тут весело. Тут такая чудесная табличка. Гонки! Гонки! О, ты расстроился немножко, да? Потому что тебя обогнали? Не расстраивайся. В ту сторону поедем или в обратную? Куда? Мы идем на станцию провожать гостей. Дядя Ваня, носильщик, несет варенье. Не насильник, а потаскун. Я вообще сказала носильщик. Но носильник и потаскун мне тоже нравятся. Идем, дождик прошел. Когда мы гуляли, нас начал поливать дождь. Мы прибежали домой. Я такая, мое белье. А дядя Ваня, оказывается, все снял. Еще и мама приехала. Все трусера снял. Да, дядя Ваня позаботился о моих трусишках. Это раз твои были? И мои тоже. У меня же такие шортики пижамные. И Артюш, ну, что были. Вот тут я словил когнитивный диссонанс. Это как это? Шортики и пижамные. Ну, бывают штаны и пижамные. Пижамные, это отсюда, что ли, шортики? Нет, бывают пижамные штаны, а бывают шортики пижамные. Ну, в которых спишь. Ну, домашние такие. Детский 32, а взрослый 66. Дорбатского? Дорбатского. Да. Хорошо. Так дешевле. Да. Естественно, вот, дешевле, чем до этого. Касса. Так, мне тебя все равно еще было. Мы ждем. Электричку успели прибежать еще 4 минуты. Где вертолет? Где летит? Я не вижу. Так красиво в сторону города. Дядя Ваня пошел провожать. Дядя Ваня! Не забудьте варенье отдать, а то обратно унесете. О, вертолет. Просто плюнут сверху. Электричка прибывает, и, конечно же, снова пошел дождик. Дядя Ваня говорил, а давайте возьмем зонтик. Я говорю, а зачем? Дождя не будет. Три ха-ха два раза. На Яндекс даже посмотрела. Да, и Яндекс, и в телефоне прогноз. Все одно. Счастливого пути. Следующим летом обязательно увидимся тут еще снова. Милые создания. Давай, запрыгивай. Пока! Блин, какой дождь, отстой. Все, гостей проводили. Домой вернулась, ребенка помыла, уложила. Он устал, бедный, очень сильно. Собаке несу еду. Сейчас пойду в баню кайфовать. Классно тут у нас, да? Ой! Открыть бы эту дверь. Вот и все, видите, белые ночи кончились окончательно. Я вижу мир точно так же, как вы сейчас. Я не вижу. Блин, фига, я вляпалась в грязь. Я чуть не упала. Было скользко. Алишер приехал уже. А, мама моя приехала и уехала. Ваня помылась. И все. Я вам говорила, я уже запуталась. Дядя Ваня с нами остался. Так, заходим. Эй, 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 эй. Опа.
мамой. Вот она, видите, сидит и ждет. Так что все, ребята. Буду я мыться. Надеюсь, не разбужу его светом. А потом ложиться спать. Классный выходной. Было очень здорово познакомиться с новыми родственниками. И очень здорово, когда родственники оказываются очень приятными людьми, с которыми весело. Так что я надеюсь, что следующим летом мы снова увидимся. Это лето уже просто к концу подошло. Вот, и побудем здесь еще на даче. Дети наши очень сильно подружились. Вот так. Ну все, будем прощаться. Всем пока-пока.